Точно? 100%. А что написано у вас на вот этом? Что я не хочу слазить с иглы мужского одобрения. Вы не хотите слазить с иглы мужского одобрения? Именно. И вы хотите, чтобы Рибок принял вашу концепцию? Естественно. Я хочу, чтобы они публично извинились перед всеми мужчинами. Ну вот вы сейчас пообщались с представителем Рибок. Они согласились извиниться? Нет, и принести публично? Абсолютно. Почему? Потому что они не считают, что они не раскаялись в своем грехе? Абсолютно. А что образом вы планируете продолжать дальше? Как я подам иск. Будете подавать иск? Естественно. Спасибо огромное.